где-нибудь хотя бы. Дети? Сейчас самая популярная тема что, незаконно рожденные дети. Откуда я знаю? Если бы я знал, сколько у меня незаконно рожденных. Слушай, у меня крестные пока дети. А, то есть у тебя своих нету? Нету, детей нету. А тебе не обидно? За кого? А вот у Киркорова есть? За незарожденных детей. У Киркорова есть? Ну, а при чем тут Филипп Бедросович? Я же совершенно другой человек, другой артист. У меня другое представление о семье, о детях. Если бы я хотел детей, то я бы, наверное, ими уже обзавелся. Ну, как минимум, да? Нет, Слушай, знаешь, очень здорово, что люди женятся, что они выходят замуж, что они рожают детей. Это прекрасно. Я за полные, за счастливые семьи. Я сам вырос в полной семье, замечательной. Но просто как-то вот мне пока не до семьи, скажем так. Я считаю, что если человек что-то хочет, да, он об этом не задумывается, он это берет и делает.